Мы находимся на выставке Household Experts, говорим с нашими экспонентами и гостями. Роман, вы производитель, расскажите, чем занимается компания и что вы собираетесь представить на рынок в 2019 году, чем собираетесь удивлять? Да, мы производитель, компания Plastic Republic, российский производитель товаров народного потребления из пластика для дома. В 2019 году на нашем стенде представлено больше всех новинок среди всех наших друзей-конкурентов. Новинок около 50. Могу подтвердить, что буквально каждый год мы представляем, каждые последние два года мы представляем большее число новинок, чем наши коллеги-конкуренты. В этом году мы очень сильно и серьезно расширяем категорию, линию изделий из пластика в линии Rotang. Она у нас называется линия Nature. Этих изделий будет около 30, не около, а 30 SKU. Также представляем полноценную линию ажур. Это линия изделий из пластика с ажурным вязанием, плетением в стиле вязания. Также представляем новые InMold рисунки в пайной этикетке. И еще некоторые новинки, которые лучше посмотреть вживую, увидеть их лицом, чем я произнесу их словами. Вы, наверное, конкурируете с Китаем, с европейским кинопроизводителем. Какие у вас технологические новинки или технологии, которые позволяют вам иметь конкурентное преимущество? Наша страна – уникальная страна, потому что в категории товаров и изделий из пластика мы конкурируем с российскими производителями, не с Китаем и не с Европой. Несомненно, и европейский пластик, и китайский пластик есть на российском рынке, но поскольку логистическое плечо очень высокое и достаточно дорогое, поэтому все наши ключевые и не ключевые клиенты предпочитают покупать товары у нас. Тем не менее, европейцы из года в год пытаются войти на российский рынок, и у них, опять же, из года в год это не получается. Что нельзя сказать про Китай, но он выборочно присутствует в российских, в основном, сетях, благодаря крупным акциям, когда сами сети закупают крупный объем товара, потому что перераспределить затраты на логистику можно только крупным объемом товара. Все остальные товары можно производить и закупать только в России у российских производителей, таких как, например, Plastic Republic. Спасибо большое, не переключайтесь, скоро включение с нашими новыми гостями и экспонентами.